Вот этого на самом деле мы ждали долго. Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, и он сегодня в привычном для себя качестве. Он катает одиночку. Спасибо Лёше. Он, как всегда, выразителен, экспрессивен. И пусть прыжки не такой высоты, которые он делал, когда выступал на олимпиадах и чемпионатах мира, но это Алексей Ягудин, которого мы любим, знаем и ждем от него всегда чего-то необычного. Замечательное выступление. Хорошо, что он с нами не прощается.